Вдумайтесь только. 7,5 тысяч футбольных полей, площадь, которая была очищена в этом году. И очищена была в рамках обычных субботников. Хочу в первую очередь вас поблагодарить, что вы в субботнее утро пришли в такую промозглую погоду вместе с нами в лесу убраться. Но, конечно, на энтузиазме мы далеко не уедем. Конечно, мы будем просить Евгения Сергеевича, у правительства области, у губернатора, у президента повышение штрафных санкций за мусор в лесу и тех, кто это делает. Конечно, мы будем просить средства на видеофиксацию.